В принципе, хотел ответить на ваш вопрос. Да, то есть стоит ли ходить на какие-то специальные ивенты? Не обязательно, если есть воображение. То есть, как пример, да, то есть достаточно много сейчас строится, да, то есть, несмотря на какой-то кризис, там якобы, да, то есть там разделение, Brexit, да, то есть во многих наоборот не знают, что с жильем делать. Да, то есть такой процесс непонятный. Но все равно очень много рекламы тех же строительных учреждений, да, новостроек, да, там, то есть, что нужно по большому счету? Вам не надо ходить на ивенты какие-то, вам просто надо включить ваше воображение. Что вы делаете? Берете каску, одеваетесь в робу, берете большую, не знаю, там, карту какую-нибудь, белый лист берете, и якобы план рассматриваете, становитесь на фоне стройки, и вот, вот так вот стоите, типа, и смотрите, да. То есть, как пример, сейчас покажем через секунду. Ladies and gentlemen. Здравствуйте, друзья! С вами телепередача «Один раз в год». Сегодня у нас будет в гостях Александр, и Александр расскажет нам одну очень интересную тему насчет фотостоков и как на них можно заработать в Англии. Ну и не только в Англии, по всему миру, так как Александр проживает в Великобритании, поэтому мы будем рассматривать в качестве валюты и место расположения Великобритании. Здравствуйте, Александр! Добро пожаловать на нашу телепередачу. Я хотел бы вам задать несколько вопросов, касающихся фотостоков и как можно на них заработать. Значит, что вы могли бы рассказать о фотостоках? Что это такое? Ну, фотостоки – место, где можно заработать. Возможно, кому-то покажется это мало, кому-то много, возможно. А в фотостоке заработать можно не только на это места, которые, где продаются фотографии или видео. Да, то есть тяжело с вами разговаривать. Простите, вы маленький какой-то. Вот. Так вот, есть в продаже видео или фотографии. Да, то есть и на том можно зарабатывать. Только если сравнить, то за видео платят больше. Не знаю почему, обычно видео даже проще сделать, но вот так вот сложилось. Да, то есть их есть большое количество, да, некоторые будут в ссылках в описании, наверное, к этому видео, я надеюсь, вы добавите, вот, а остальные уже сами найдете. Но я бы, то есть есть программы, которые позволяют загрузить свои фото или видео сразу на много банков, да, то копейка, копейка, рубль, цен, цен, фунт. Это, знаешь, что-то из такой. Александр, расскажите нам, пожалуйста, сколько можно заработать на фотостоках, ну или фотобанках? Фотостоки или фотобанки – это такое место, где продаются и покупаются фотографии или видео. Для чего это может быть понадобится? То есть почему, собственно, кому-то надо понадобится покупать фотографии? Например, для рекламы. Да, то есть видели же, наверное, там проспекты всякие бывают, там флайеры, там туристические агентства там на фоне, не знаю, в Майорке какой-нибудь. Да, то есть там типа, отдыхающие люди, вот это вот все, да, то есть нету смысла кому-то платить, чтобы ехал туда, да, то есть, ну, за 3-9 земель фотографировать, подставлять кадр, да, то есть фотограф денег возьмет кучу. Можно просто взять эту фотку, например, купить на фотобанк. В чем получается ваш интерес? Вы продаете, кто-то покупает. Да? То есть продавать можно как фото, так и видео.
За видео, в принципе, платят больше, и по мне так проще сделать, если в продаже. То есть время от времени, как вот если вы фотографируете или видео снимаете, да, и по чуть-чуть добавляете фотографии на продажу, да, давайте фотографию, да, то вам, то есть там до 1000 где-то, то есть может быть набраться приятный бонус под Рождество или Новый год. Да, то есть если вы еще видео добавляете, да, то, соответственно, можно еще больше. Вот. Если сравнить, то одна фоточка продается за 0,33 цента за скачивание, да? Видео может от 15 до 50 долларов за скачивание и выше. Зависит от того, насколько часто ваше, то есть это изображение скачанное будут использовать. Да? То есть, соответственно, если на один флайер, то вам платят 0,33. Если на много, вам платить там могут там, 20, 30, то есть в зависимости от лицензии. Да? То есть на каждом фотобанке это немножко по-разному происходит. Александр, скажите, пожалуйста, любой ли сможет этим заниматься? Что для этого нужно? Прежде всего желание, да, то есть чем-то заниматься нужно желание, фантазия, да, и нужно, как сказать, вот взгляд такой, как рекламный, можно сказать. Да, то есть, предположим, вы видите забор, да, то есть кому нужен, простите за выражение, забор, да, то есть, но, например, на заборе может, специально можете представить, что какой-то рекламодатель захочет разместить, там, типа, Вася и компания, красят забор или изготавливают, или продают, да, то есть, или просто какие-то деревянные изделия и вот на фоне дерева, да, то есть классный какой логотип будет смотреться. Да, то есть вы это фотографируете или снимаете на видео и загружаете. Да, в принципе, что вам нужно? Вам нужно видеокамеру. Точнее, ну, какой-то фотоаппарат, видеокамеру, смотря что будете делать. В принципе, последние все фотоаппараты и снимают и видео, и фото, да, то есть там среднего качества достаточно, да, то есть я знаю, что на фотобанке делают какое-то просто видео с айфона загружают. Может быть, без фильтров всяких, да, но загружают, все нормально получается. То есть все зарабатывает. Что еще может понадобиться? Это желание. Главное, чтобы желание было так идет. Расскажите, пожалуйста, что лучше всего продается на фотобанках? То есть чем привлечь потенциального покупателя? Кого лучше фотографировать или снимать на видео? Детей, зверей, возможно, какие-то пейзажи, местности? Или, может быть, посещать какие-то мероприятия? Продаются, из моей практики я расскажу, да, то есть продаются хорошо фото людей, детей особенно, да, то также какие-то общие пейзажи хорошо заходят. Вот, достаточно частая ошибка, потому что многие думают, типа, я сфотографирую лес, да, то есть пейзажи, ну, это никому не надо, да, то есть такого много, и скорее всего вам сразу уберут эту фотку сама администрация фотобанка. Вот, а какие пейзажи, например, интересны, вы когда куда-нибудь в путешествие отправляетесь, вот общие пейзажи, там где море, пляж, песочек. То есть такое, что может послужить хорошей рекламой туристическому агентству, например. Да, то есть обратите внимание, когда вы идете по улице, у вас куча-куча разных постеров, плакатов на витринах, на остановках, на домах развешанных. То есть это все чьи-то фотографии, кто-то когда-то это или делал, или покупал у того, кто делал. Да, то есть вот он, большой ассортимент желаний, воображения. Вот. Вот так. Александр, расскажите, пожалуйста, ваш опыт работы с фотобанками. Бывало ли у вас когда-нибудь такое, что кто-то использовал ваши фотографии? Вот мы с вами разговаривали, вы рассказывали, что вы снимали автопортреты для фотобанков. Может быть, вы знаете, где были использованы ваши фотографии? Может быть, какие-то есть интересные истории, которые вы бы хотели поделиться? Было такое. Потом ради интереса как-то, то есть некоторые, я знаю, что есть фотографы, которые прямо у себя в дескрипшене, да, то есть в описании профиля всегда пишут, пожалуйста, ну, всем интерес, то есть предоставьте, если вы купили нашу фотографию, можете поделиться, где вы это используете, пожалуйста, поделитесь, да, то есть просто как бы,
и любопытство ради, и, может быть, если это какое-то публичное место, можно потом использовать для продвижения своего профиля. Но вот я такое писал, но никто ничего не... То есть никакого от покупателей не было, хотя фотографии скачиваются. Что происходит? Я как попробовал, как я нашел, да? То есть я просто взял свою фотографию, свой автопортрет, который загрузил на фотосток, нажал правой кнопочкой, да, то есть поиск через Google, и мне выдал, в принципе, сейчас скажу, мою фотографию на Оскар. Хорошо это или плохо, не знаю, мне главное, что за это заплатили. В принципе, могли, наверное, и не платить, да, то есть все равно не знаю, куда там обращаться в таком случае, да, и не в каждой стране это возможно. То есть, например, если кто-то в России заберет ваши фотографии и использует их на носках, да, то попробуйте там судиться где-нибудь, находясь при этом в Европе. А тут даже какую-то копеечку, вот я узнал на носках, хорошо не на трусах, там, и на туалетной бумаге, да, то есть были более интересные, если не мои конкретно уже, да, то есть success story, а была девушка, она любит фотографироваться, сфотографировалась там в каске, на лесенке сидит, и что-то там по покраске попросили, сказали, что где-то там строительные компании будут использовать для рекламы. Она потом в своем же городе нашла вот этот вот большой-большой постер, напечатанный на 3 этажа 5-этажного здания. Да, то есть и на фоне сфотографировалась. Раз, раз. В принципе, все их желают быть моделью, и вот, как бы простой вариантик. Да. Кстати, по такому же принципу, вот, по поводу моделей, да, то есть многие фотографы, кто работает на фотостоках, они предлагают, что ваши фотографии, то есть они смогут вот так вот продавать, да, но вы за это получаете хорошие фоточки. А тут получается, у вас есть помимо хороших фоточек, еще потенциально, что ваши фотографии там увидит мир. Вот, да, что и то можно. И так, и как моделью зарабатывать, и фотографом, а можно и тем, и тем. Ведь как вот, например, я делал просто автопортрет. Да, то есть себя там размазывал как-то, там подкрашивали, да, и все, и фотографировался. Еще момент. Насколько, многие спросят, да, то есть там фотобанки существуют много-много лет, насколько есть, то есть насколько простой смертный, да, с камерой дома может развиться там до нормального заработка, да, то есть там, то есть мы говорим о средней зарплате, да, то есть на 1000-1500. Да, то есть прежде всего, чтобы. То есть это должно быть регулярно, вы регулярно должны выставлять фотографии, потому что благодаря индексации, да, то есть там индексации, продвижению алгоритмов, да, платформ, чем вот вы, например, запустили одну фотографию, да, и она не будет вам вечно приносить. То есть вам надо время от времени загружать какие-то новые. И когда вы загружаете новые, да, то есть в выдачу попадают и ваши старые, и их покупают. То есть очень часто обращаю внимание, что вот тут. Месяц, например, ну, нету желания ничего загружать. Загружаешь фотографию, и хоп, там типа, какая-то старая, которую вообще никто никогда не покупал, тоже продалась. И новая, и старая, что приятно. Вот, а из простых смертных, кто стал достаточно, то есть я знаю, первую десятку лучших, вот этих, ну, самых больших фотостокеров, да, то есть кто продает, входит человек из Латвии, начинал он, чуть-чуть за ним следил, да, то есть он начинал просто фотографировать свою жену в разных образах, да, то есть потом они начали сотрудничать с девушками, которые мейкапы делают, потом какими-то салонами, которые костюмы. На данный момент он уже, то есть ищет модели, да, то есть платит какие-то копеечки, да, то есть им как-то договариваются не по деньгам, может быть, просто на фотки меняют, потому что у него шикарные действительно фотографии. И вот на этом зарабатывает. Но фотографии его жены вот уже вот просто везде, да, то есть я всю семью, вот она мне мерещится, у меня, по-моему, мои фотографии меньше, да, я видел и сделал за всю жизнь, чем вот у них виделся. Фотографии семьи, там, детей, друзей, там, и в разных образах, ну, то есть очень интересно. А начинал вот буквально по чуть-чуть, просто целеустремление, и вот парень из Латвии стал одним из самых известных фотостокеров в мире. Success story. Спасибо, Евгений. Было приятно. Да? Тема такая достаточно интересная. Да, я бы сказал, может быть, забытая, но интересная. И до следующего раза. До свидания.